Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию хочу предложить нормальный такой бой на карте Аллея Крови, Смерти, в общем, страдания. Играю я тут за Тау, как вы уже заметили, мы играем в режиме быстрого старта, то есть полно денег. Иди только воюй. Слева я оказался за Тау. По центру Орк. Ультимейт. Ну, Пауэр. И темный Эльдар. Ардзе Клоун. Темный Эльдар помогает сразу баннера застроить Орку. Замечательно. И противники наши. Давайте сразу познакомимся. Некрон. Никти. Орк. Атила. И гвардеец сюрприз партии. Первым делом застрой идет, потом уже ставится экономика в таком режиме. Поэтому не парьтесь насчет экономики, генератора, захвата точек. Все это можно поздно сделать. Застройте сначала. Нужные постройки для перехода в Т2, в Т3. Надо быстрее выйти в Т4. Если у вас раса подходящая. Если у вас Т3 сильная, переходите в Т3 быстро. Делайте основные войска и идете атаковать. Весь смысл этого режима. Поэтому он не особо ценится. Ну, любители свои есть. Я нет, чтобы не заскучать, захожу, играю. Невидимые мандрагоры пошли в атаку. Вырезают они гвардейцев, которые пытаются захватить реликтовую точку. Тут гвардейцам надо отступать, они погибнут. Ну, зачем-то мандрагоры перестали бить гвардейцев, могли бы убить и отменить захват. В итоге он потеряет отряд, если не отступит. Даже отступление больно ему дается. Теряет он всех своих мандрагор. Но ничего, денег много. Сделает новых. Вот видите, точки все еще не взяты. Даже у орка. Орк через технику хочет сыграть. Пока непонятно, что хочет орк. Еще главка от Surprise Party. Сразу три главки. Ничего себе. Некрон скромно затурелился, буду сидеть у себя на базе, пока не протечусь. Второй монолит. И вы вот на мини-карте видите слева, идут мои войска. Я не собирался стоять и течиться не в тему, когда у тебя бабла дофига. Лучше пойду, буду сражаться. У меня много каперов было, потому что денег-то много, правильно? И каперов тоже много. И антитеха теперь у меня очень много. 4 отряда XV 25-х, плюс подтягиваются бойные огня. Я в Т2, Т3 уже перешел. Заметьте, 4-я минута сейчас только закончится. И в Т4 я уже на 17% переходил. В центре беготня. Ну, Surprise Party хорошо тут обороняется. Не дает темному Эльдару наглеть. Много у него гвардейцев. Тоже нас спамил. Из плазмы. Эти гвардейцы мощные. Подхожу ближе потихоньку. Никого я не вижу на захвате, нету никого. Что делать? И тут никого нету.
тут один отряд НВшек и два отряда бессмертных. Зачем он делает бессмертных? Он, наверное, подумал, что я выйду в Т3, потом сделаю лжеца, прыгну и буду ломать базы. Наверное, он так подумал, я просто не знаю, как он еще мог подумать. Все потихоньку переставляю войска, сразу вперед не иду, тут потери, ничего страшного, денег много. Идем наступление. Орк с фланга мог зайти. Снизу темный удар продолжает натиск, хоть его и гвардейц красиво прогонял. Орк немного помогает. Орк вообще немного помогает. Василиски. Что там, найдем какую-нибудь картинку красивую. Пусть такая будет. Удары пошли. Жесть. Там на меня тоже напали. Я там атаковал Некрона. Орк решил помочь. С фланга зайти, как я и думал. Ведь специально я кавер тут занял. И разобрался с армией орка. А теперь на очереди армия Некрона. Тут лорд не может подойти, потому что получил от следопытов метку. Получает увеличенный урон. Ему больно. Если он умрет, все. Некому будет засветить, прыгнуть, повязать. Моя армия стоит. Вот такое я правильное решение выбрал при выборе мишени. Гицы от ультимейта тоже неплохо зашли. Расстреливают. Но сюрприз, партия вообще героически держится. Один против двоих практически. Этот орк вообще ничего не делает, Атила. Увидите его не в нубзале кикайте. Ну он против с бессмертными идет на моих воинов огня. Этот Некрон тоже такой себе. Он что тут собирается убить? Бессмертными моих воинов огня. Он же реально так собирается делать. Значит, этот парень вообще новичок. Начинаете играть, обязательно узнаете, какой отряд против чего, хотя бы какой антитех, какой антипех. Бессмертные это антитех Некрона. Они даже не раздамажат моих воинов огня, и смысл он ведет эту толпу сюда для чего. И он еще и продолжает что делать, да, бессмертных. Да, вот бессмертных продолжает делать. Почему духов не сделать? Контратака, вражеский орк проснулся. Бронебойцы у него. Антипех. Шуты. Гицов у него нету.
где у него эти яйцы? Команда начинает ругаться, что у них некрон беспонтовый. Атила сделал гидцов, танки сделал. Тут тоже классно сражаются в центре. Ну, у них повеселее было, чем у меня. Сюрприз партия. Покидает. Ну все, тут игра закончилась, ребят. 1235 по армии набрало. 112 убито, потеряно 23. Уничтожено построек 12. Топ-1 по ресурсам. Ну, на этом все, ребята. Услышимся, не болейте пока. Не забудьте про лайки, пожалуйста.